сімейних скандалів є дві дуже важливі функції. Перша з них – це можливість скинути свою внутрішню емоційну напругу на близьку людину. А друге – зняти з себе відповідальність за щось, що вас тривожить, і перекласти цю провину на цю ж свою близьку людину. Вітаю глядачів на телеканалі ITV. Ви зрозуміли, що сьогодні у програмі «Поради психолога» з Оксаною Кличко-Макаренко ми будемо говорити про сімейні конфлікти, про причини їх виникнення. І скажу, до речі, що ми давно планували цю тему. Вітаю, Оксано. Ну, чому саме близькі люди от стають об'єктами нашого роздратування? Ми оказуємося в замкнутому пространстві достаточно длительное время, и многие из нас оказываются к этому совершенно не готовы. По причине того, что у каждого из нас уже выработан какой-то режим. У нас есть какие-то альтернативные места, куда мы можем убегать от своих конфликтов, которые, я думаю, у нас происходят, от выяснения каких-то вопросов, то есть в принципе говорить о том, что там нет-нет, извини, я сейчас занят, приходить выполнять свои обязанности как-то формально, а получать психоэмоциональную разгрузку где-то на стороне. И когда мы находимся длительное время как бы в закрытом, да, таком состоянии, вынужденно, то, естественно, возникает масса вопросов, которые не были решены ранее, то есть они догоняют, да. Помимо этого, нам приходится учиться как бы заново сосуществовать вместе. А если пережить выходные, мы еще знаем как, то какой-то длительный момент, это уже бывает часто проблемно. И у нас возникают сложности в плане разности видения того, как должно это время вообще проходить. Потому что, ну, например, очень там, тревожные родители могут, кто-то из тревожных родителей, например, может заранее там продумывать, а вот будет, значит, такой период, надо его провести обязательно качественно, обязательно нагрузить целую семью чем-то полезным, там, съездить посадить картошку, сходить в музей, там, с детьми позаниматься, там, выучить словаря английского языка, там, или еще что-то такое. Ну, то есть, вот, время не должно проходить просто так, да? Вот, в то время как другие члены семьи могут видеть это время, которое освободилось, как возможность отдыха, да? И кто-то хочет полежать на диване, а кто-то хочет объехать полстраны, там, съездить в Умань, дендропарк там, и так далее. То есть и на вот этих, на вот таких вот моментах каких-то, да, возникают у нас конфликты. Чоловік іде з друзями в баню, або дружина йде на фітнес, або посиділки з дівчатками, да, іноді. От, це правильно чи ні? Не буває сім'ї, в яких немає конфлікту. Тобто, взагалі, що таке сім'я? Это содружество из какого-то количества людей, которые проживают вместе на общей территории и разделяют ресурсы между собой. Ресурсами у нас может быть все что угодно. То есть, опять-таки, это дележ этой территории, там у тебя одна комната, у меня комната, или это общее какое-то пространство, в котором мы находимся. Да? Это могут быть какие-то финансовые ресурсы, это, я не знаю, последняя печенька на тарелке, это общие друзья и знакомые, которых мы приглашаем или не приглашаем, это какие-то, ну, к себе, да, с этими мы дружим, с этими не дружим. То есть, так или иначе, всегда возникают какие-то вопросы, когда мы что-то делим между собой. Каких-то ресурсов у нас может быть много. Ну, например, у нас может быть много свободного времени у кого-то, а у кого-то его может совсем не быть. У кого-то может быть достаточно денег, и семья не нуждается, как бы не выясняет эти отношения, потому что, ну, в принципе, всегда есть свободная какая-то сумма, которой можно воспользоваться при необходимости, удовлетворить все потребности всех членов семьи. А бывает, что люди, ну, вот действительно вот очень серьезно и агрессивно ссорятся по причине того, что там жена купила себе крем за 1000 гривен, а муж считает, что нужно купить какую-то запчасть в машину на эту же сумму. Вот, и это вот действительно вот доходит до каких-то вот крайностей, прям чуть ли не причиной развода является. То есть если исторически семья создавалась для того, чтобы больше какие-то материальные блага получить, для того, чтобы помочь выжить друг другу, потому что два человека, вот мы уже говорили, да, это больше, чем один, это можно распределить каким-то образом обязанности. То есть для женщины было очень значимо, чтобы рядом был мужчина, который обеспечивал ей безопасность, буквально физически, mm-hmm. ей и ее потомству. Да? Мужчине важно было, чтобы был кто-то, кто занимался хозяйством, пока он ходит, надежный, мама там добивает, да, и куда он может прийти там, в случае болезни там, или еще что-то, его там покормят. Ну, как бы вот он точно знает, что там все будет в порядке. И опять-таки его потомство, его детей кто-то вырастет. Вот, то сейчас, на данный момент, мы приходим к тому, что нет такой материальной зависимости от партнера, потому что женщина может заработать деньги себе сама,
Вот, и за ее безопасность уже не отвечает муж, который там с дубинкой стоит возле пещеры, да. И мужчина может свой быт, в принципе, достаточно комфортно себе обеспечить за счет, опять же, тех же ресторанов, там, каких-нибудь там полуфабрикатов там, и других возможностей, которые предоставляет нам мир. И поэтому сейчас пары создаются по причине необходимости какой-то психологической разгрузки, какого-то психологического тыла. И мы ищем сейчас именно принятие, поддержку и тепло с тем, в отношениях. С кем спокойно, с тем тепло, человеком, надейно, да. И так далее. Да. Поэтому сейчас достаточно странно, если человек продолжает находиться в отношениях, например, в которых его постоянно там унижают, постоянно его обесценивают и так далее. То есть это уже вызывает вопросы. Если раньше было достаточно для того, чтобы муж считался хорошим, это чтобы не пил, не бил, там, деньги в дом приносил, то сейчас этого уже недостаточно. То есть если нет вот этой эмоциональной поддержки, нет близости, нет открытости, нет взаимопонимания, нет спокойствия, там, нет предсказуемости и прочих вещей, в которых мы так нуждаемся, вот, то уже будут возникать вопросы. И, скорее всего, будут какие-то моменты по факту, которые, ну, возможно, приведут потом к разрыву этих отношений. На роботі, мені здається, ми мало конфліктуємо, а все-таки негаразди, проблеми, якісь образи, ми все-таки приносимо додому і там їх якось із себе викидаємо, так? Ну, во-первых, у нас большие ожидания от людей, которые рядом с нами находятся. Мы включаемся в конфликт, когда человек для нас значим. Вообще, если мы говорим о том, в каких семьях происходят конфликты, то не происходят конфликты в семьях, в которых, по сути, семьи уже нет. То есть люди абсолютно уже безразличны друг другу. Да? Просто живут поряд и все. Да, это, ну, квартиранты, да, у тебя своя комната, у меня своя комната, мы как-то ограничены общим пространством, мы вынуждены здесь сосуществовать, но меня по большому счету особо не интересует, что ты там, как ты там, ну, то есть вот на уровне привет пока, кофе будешь, не будешь, вот как там дети в порядке, ну, я пошел, да, там, каждый месяц я тебе там энную сумму выдаю, а поскольку разъехаться не можем или нет там другого тыла какого-то, да, вот продолжаем, или там еще какими-то внешними причинами это все обусловлено, то есть продолжаем сосуществовать. Ну, научились, привыкли, ну, нормальненько так живем. Но, в принципе, это не особо-то семья, это не про близость, это не про принятие друг друга. Вот, и не про включенность в жизнь друг друга. Либо второй вариант – это семьи, в которых, ну, такой жесткий авторитаризм, то есть, когда все сидят по лавкам, никто рот не открывает, потому что себе дороже будет. Да, потому что у нас есть деспот и тиран, который, собственно говоря, устанавливает правила в доме. И во всех остальных семьях, какие бы теплые отношения были, всегда возникают, ну, то есть есть моменты, когда возникают какие-то конфликтные истории. И самое интересное, что чем люди больше привязаны друг к другу, чем они больше важны и нужны друг другу, тем ярче и эмоционально насыщеннее происходят вот эти вот конфликтные выбросы. Потому что люди, которые построили отношения на любви, то есть они изначально заходили в отношения с большими ожиданиями касаемо принятия и близости со стороны другого человека. Когда они ее перестают получать в какой-то момент, когда они сталкиваются с непониманием, то возникает очень много боли и обиды. И вот эта боль и обида, она как бы порождает желание сделать больно другому человеку. И тут мы получаем вот эти вот яркие выяснения отношений со взаимными сильными оскорблениями, не подбирая слов, да, там и так далее. Это про то, что люди еще пытаются как-то докричаться друг до друга. Просто они не знают, наверное, правильных и эффективных способов. Про то, что действительно эмоции живы, и именно в таких семьях, скорее всего, есть что спасать. Вообще, ну, как бы, когда приходит вот к психологу семья, да, и, ну, пара или даже один человек рассказывает про скандалы, то это не является показателем, ну, скандал не является показателем того, что вот пара, скорее всего, идет к разводу. Абсолютно нет. То есть, скорее всего, там еще можно о чем-то говорить. Плохо, когда есть явная, например, измена, и когда кто-то из партнеров уже не готов работать над отношениями. Вот это вот показатель того, что, скорее всего, все закончится достаточно плачевно. И если мы говорим о каких-то, ну, кризисных ситуациях, мы об этом говорили уже в прошлых передачах, о том, что чаще всего у нас какие-то
скандальные такие точки в отношениях возникают в момент каких-то изменений. То есть первое это у нас год, мы говорили об этом, когда люди начинают жить вместе, когда они уже видят друг друга 24/7. И видят из хороших и плохих сторон, ты не можешь из себя уже изображать только там позитивчика, лапочку и пуську. Вот. И это как первый такой этап, да, когда устанавливаются эти новые роли, и вот эта притирка, а кто что будет делать и как. Вот. И тогда очень много таких конфликтных моментов. И вот следующий этап – это рождение ребенка, да, тоже опять-таки про роли, про родительские, а кто мы друг другу, а что, кто тут что должен делать, а почему это должен делать я, да, как мы будем воспитывать, а вот надо вот так, а не вот так. То есть и дальше в течение жизни какие-то кризисные там, переезды, там, смена социального статуса, там, ну да все что угодно, в общем, какие-то такие переменчивые, там, ребенок вырос, да, вот, смена работы, смена образа жизни, все что угодно, там, интересов. И это часто очень вот, с какими-то конфликтными ситуациями. Но нужно говорить о том, что конфликты бывают разными. То есть не конфликтовать в принципе мы не можем. Так или иначе мы будем в момент притирки, в момент передоговоренности мы все равно будем выходить на этот уровень конфликта. Мы можем хорошо конфликтовать, правильно или неправильно. То есть если мы говорим про хороший конфликт, то это конфликт, который ведет к изменениям, качественным изменениям в отношениях пары или семьи в связи с изменяющимися условиями. То есть и семья после этого становится более сбалансированной, более гармоничной и выходит как бы на новый уровень. Да? И, как пример, вот в семье появился второй ребенок, а мама, например, привыкла заботиться о доме, заботиться о быте, уже вышла на какой-то там уровень, да, постоянный. С появлением второго ребенка ей становится сложно. Вот, и она в какой-то момент понимает, что она не справляется. Но когда система она устоявшаяся, то люди, которые рядом находятся, они редко замечают, что что-то не так, да, и что нужно как-то себя проявить. И идет и идет, тянешь и тянешь, окей. То есть никто сам не включится обычно. Вот. И если она начинает об этом говорить, и ее слышат, да, то есть сказать, в принципе, об этом можно по-разному. Понятное дело, что можно дойти до точки кипения. Изначально с конфликтным... Да, дойти до точки кипения, потом высказать это как претензию и обиду. Вот, в ответ, скорее всего, услышит соответствующее, что тоже такое же тебе выскажет, а вот ты там тоже где-то в каких-то моментах там не учла или не заметила. И тут даже на самом деле не столько имеет значение, как именно и в какой форме это все будет высказано, поскольку, опять-таки, это такой социально-культурный момент. То есть есть семьи, в которых люди разговаривают друг с другом матом, и это считается норма. Потому что он так не ругается, он так говорит, да, вот, и это, как бы, на это никто не обращает внимания. А есть люди, в котором вот там любое неосторожное слово воспринимается, вообще как камни с неба. Поэтому тут вопрос даже не в форме, а вопрос именно в том, насколько остальные члены семьи готовы слышать, принимать и понимать, да. То есть, понятное дело, что, скорее всего, с первого раза там никто не включится, там со второго или с третьего, но все-таки договорятся. То есть кто-то, возможно, примет на себя часть обязанности или найдется какой-то выход для того, чтобы привлечь со стороны людей, которые будут помогать. Ну, в общем, так или иначе как-то эта ситуация разрулится. Так вот, если эта ситуация в итоге по завершению конфликта выходит на новый уровень, то есть человека слышат и как-то качественно это все меняется, то тогда мы можем говорить о хорошем конфликте. То есть несмотря на то, что был момент негатива, тем не менее, он потом пришел к позитиву и вывел общую ситуацию на новый уровень. Если же мы говорим о конфликтах, которые постоянно повторяющиеся, да, то есть когда одна и та же тема, она всплывает постоянно, ситуация не выходит на новый уровень, она не разрешается. Мало того, что она всех как бы изматывает, потому что это деструктив. И есть еще один момент, это то, что каждый раз, когда мы... пытаемся найти новые аргументы в поддержку своей позиции, да, мы как бы вгрузаем в эту ситуацию все больше, мы не слышим оппонента, потому что мы аргументы-то ищем в поддержку своей
позиции, да, мы говорим о том, что я прав, а ты нет. То есть найти здесь выход уже достаточно проблемно по умолчанию. И вот такие вот конфликты, они как бы больше изматывают и создают напряжение внутри семьи. И когда их становится много, это действительно становится большим риском для семьи, потому что, ну, как бы это безвыходная ситуация. Конфликт з'явився, і пара просто мовчить. А чого я перший маю йти на поступки, інший теж думає, а чого я? Да, да, є вот этот вот момент. Що робити тут? Ми дуже любимо другого чоловіка обвиняти, тому що це для нас безпечна позиція. Іскати в ком-то недостатки і говорити, що ти хуже, ніж я. Да, вот ты не такой, вот, как мне бы хотелось, вот это с тобой что-то не так и так далее. Нам очень сложно, и как бы мы считаем по умолчанию, что это небезопасно открываться перед другим человеком и говорить на самом деле о своих потребностях. Мало того, нас к этому приучили. То есть мы же очень часто вносим, да, в свои отношения вот ту модель, которая была привита нам родительской семьей, которую мы получили, там, глядя на других людей и так далее. Вот мы считаем, что вот так вот нужно. То есть не нужно говорить о том, чего ты на самом деле хочешь. Нужно за этим вот какие-то догадался, да? Що там я мала на увазі? Нужно, чтобы другой, да, прочитал твои мысли. И мы часто получаем вот эту вот ситуацию, когда человек обижается на то, что не угадали, не предсказали то, что он хотел на самом деле. Да? Ну, мы все сталкивались с такими людьми. А вот вы должны были понять, ну неужели не очевидно, что вот мне нужно вот это? Вот нет, иногда не очевидно. И по поводу того, что с этой ситуацией делать, я думаю, мы с вами поговорим в следующей передаче. Отже, сьогодні ми поговорили про причини конфліктів, про те, якими вони можуть бути. Наступної передачі ми поговоримо про те, як же ж виходити з конфлікту правильно. Ну і завершимо передачу такою крилатою фразою: якщо ви хочете ощасливити світ, ідіть додому і любіть свою сім'ю.